В ноябрьске завершился окружной мини-футбольный турнир среди юношей 2002-2003 годов рождения памяти легендарного тренера Алексея Краснова. Проводится он 7-й раз подряд, ежегодно. Команды, тренера, занимающиеся с этим годом рождения, с удовольствием приезжают в наш город. Единственное, что пожелание как главного судьи, хотелось бы проводить его в каникулы, вот весенние, и выходные дни. Это было бы больше зрителей, больше бы внимания футболу. Участие в нем приняли 6 команд. 3 из нашего города, 1 из Муравленко, еще одна сборная представляла Новую Уренгой, а также заявку подали футболисты из Губкинского. Изначально были известны фавориты, в принципе, это наша команда ноябрьская «Газпромнефть-2002». И команда Уренгой, которая возвращалась со всероссийского финала с города Екатеринбурга. Именно эти команды в итоге и сошлись в борьбе за первое место. С самого начала игра у наших спортсменов не задалась. Еще в первом тайме сборная газовой столицы округа открыла счет. Как ни старались ноябрьцы переломить ход матча, они так и не смогли. Усилий ребят лишь хватило на 1 гол, так сказать, гол престижа. В концовке встречи на табло горели неутешительные для «Газпромнефти» 1-3. Не хватило немножко опыта, мало выезжают. Я думаю, что работы у тренеров непочатый край. И хочу сказать, что компания «Газпромнефть» также приготовила свои призы лучшим игрокам турнира. Сам же турнир с каждым годом только набирает обороты. Он уже носит неофициальный статус окружного первенства. Участников становится все больше, растет конкуренция, а значит и престиж трофеев. Кирилл Мигель, Григорий Куропцев, новости нашего города.